Здравствуйте. В эфире программа «Израиль за неделю» каждую субботу на RTVI и в студии с вами я, Анна Шулик. Сколько событий на этой неделе. Не успевает отгреметь эхо одного скандала, как накатывается волна другого. Судите сами. Сначала министр Сильван Шалом, претендующий на место президента, вдруг оказывается подозреваемым в изнасиловании 15-летней давности. Буквально через пару дней в очередной школе, в которой учатся, как принято говорить, дети из хороших семей, около 10 подростков обвиняются в изнасиловании ровесницы. Параллельно бывшая правая рука бывшего премьер-министра Эуда Ольмерта Шула Закен решает упрятать некогда любимого босса за решетку. И главная новость этой недели – министр финансов заявляет, что НДС, налог на добавленную стоимость, это не для экономистов, а для среднего класса. Отставив в сторону проблематичность данного заявления, поясню для тех, кто не слышал еще о революции на рынке недвижимости. Яир Лапид, глава Минфина, объявил об отмене НДС при покупке первой квартиры молодой парой. Есть копейки, дай. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Речь идет о 18% скидке вещи важной и серьезной, которая, по мнению министра, приведет к немедленному снижению цен. Тот факт, что профессионалы серьезно в этом сомневаются, Лапида не пугает. Он же сказал, это шаг не для экономистов. Тот факт, что главный экономист Минфина уволился на почве новой реформы, тоже Лапида не тревожит. Он выполняет свои предвыборные обещания любой ценой. Есть в этом что-то невероятно трогательное, особенно на фоне обещаний невыполненных, вроде клятвы не повышать налоги. На вопрос, как именно отреагирует рынок, однозначного ответа нет. С одной стороны, этот шаг вроде должен понизить цены. С другой, повышение спроса ведет за собой повышение цены на товар, на который существует высокий спрос. Обвалит ли это рынок квартир в центре страны, там, где наивысшая стоимость и, соответственно, наибольшая скидка? Даст ли молодым парам надежду на будущее? На все вопросы хотелось бы отвечать оптимистично. И можно было бы, если бы знать, что на отмену НДС министр финансов пошел, исходя из своих обширных знаний в области экономики и глубоких исследований поведения рынка недвижимости. Увы, это совсем не тот случай. Поэтому нам остается просто надеяться на лучшее. Так, с надеждой, глядя в будущее, мы и проведем сегодняшнюю программу. Смотрите сегодня. Нетаньяу, Абу Мазен и Обама мучительно пытаются правильно расставить запятые в договоре. Кто оплатит лечение раненых с Майдана в израильской клинике? Жизнь после смерти в многоэтажке. Игрушки, которые не трогают руками.